Красивый фасад, теплые подъезды, новые трубы и пластиковые окна. Жители дома номер 40 по улице Тухачевского не нарадуются на свое новое жилище. За свою полувековую историю здание ни разу не ремонтировалось. Изменилось все в 2015-м. Дом попал в региональную программу капитального ремонта жилья. Как результат, новая крыша, покрашенный фасад, поменянные системы водоотведения и электроснабжения. Остались финальные штрихи – благоустройство придворовой территории. В этом помогла уже другая, на этот раз федеральная программа формирования комфортной городской среды. Это очень удобно, потому что вот нам сделали сначала одно, второе, третье, и после этого сразу благоустройство территории, чтобы нам не тянуть это дело и постоянно не жить в грязи. Мы просто знали, что нам сейчас все сделают. И вот последним этапом сделают асфальтирование, и дальше мы вот будем, допустим, высаживать здесь газон, здесь растения. Это очень удобно, очень. Федеральные эксперты уже давно сделали вывод – комфортная городская среда станет возможной только после синхронизации работ по благоустройству территории и капремонту. В Ульяновске эту идею решили поддержать. Синхронизация нам позволяет улучшить в целом полностью весь вид дворовой территории, то есть, что радует просто глаз уже. Непосредственно. Будет завозиться чернозем, будут произведены благоустроительные работы, собственники примут в этом активное участие, проведем субботники совместно с ними. Всего на формирование комфортной городской среды выделено 124 миллиона рублей. В эту сумму заложены такие работы, как асфальтирование подъездных дорог, озеленение, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм. Что интересно, обязательное условие реализации программы – это инициативность самих жителей. В рамках программы формирования комфортной городской среды в городе Ульяновске планируется завершить работы в 42 дворовых территориях. На текущий момент в 36 дворах уже завершены практически все работы, но не приняты. И в 6 дворах продолжаются еще работы, потому что они были за счет экономии средств бюджетных заново расторгованы, и сейчас начались только работы. Принимать работы по благоустройству должны общественные комиссии, куда вошли депутаты, эксперты и местные жители. Приемка начнется с 1 октября. Дарья Судрева, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.